Номбар макарон 8 евро. Сейчас, короче, поели. Такой же еще. Придорожный, не знаю как. Столовый. 47 евро, ребят, на двоих. Это пиздец. Еще и за собой даже надо убрать этот поднос. Народу здесь вообще как будто смертоубийство. Не знаю, что здесь делают. Магазинов мало, наверное, по Италии. А на трассе тем более. Все строго. Никаких таких прям хач-центров. Каких-то непонятных, сомнительных точек продаж на трассе нет вообще. Все, по сути, официальные трассовые точка. Общепиты. Цены пипец, конечно.